Можете видеть этот замечательный вид просто на весь Омск. Куда ни посмотришь, везде Омск. Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневный влогинг Хэмузмен. Сегодня понедельник. Я, как всегда, выходной в понедельник. Для меня понедельник день чудесный. Так же, как и пятница. И так же, как и среда. Потому что это мои выходные. Так вот, короче, занимаюсь немножко сайтом. Смотрю Paramount Comedy. Слежу за котейкой, а также собираю манатки. Сейчас покажу вам манаточки, манатки, манатки, вещички. Вот они все вещички. Две гитары, примочки, шмотки, и тут шмотки всякие, там штуки, дрюки. Вот, нужно сегодня уже потихонечку увозить все обратно к нам с Алиской. Вот, потому что со среды мы будем жить уже снова там. Вот, так что надо бы уже начать все это переносить в машину, ибо за раз-то я это все не отнесу. Может, отнесу, попробую, по крайней мере. Ну что ж, друзья, я уже в машине, уже еду до нашего дома. Кстати, самое дерьмовое, что ключ от дома на самом дне вот этого рюкзака, и мне нужно будет копаться там, я не знаю сколько, чтобы достать этот ключик. Как видите, все поместилось на заднем сиденье, весь багаж, вот. Но это, опять же, не все. Нам еще, наверное, половинка от вот этого всего еще нужно будет везти. Ну, или даже не четвертинка, но треть, наверное, столько же. Треть от того, сколько я сейчас везу, нужно будет еще перевезти. Погода сегодня немножко ветренее, чем вчера, и пасмурнее, чем вчера. Кстати, вот у нас реставрируют, красят заново дома. Вот такие они были, вот такие они стали, более светлее, что ли, такие свеженькие. Не знаю, как насчет во дворе, потому что во дворах обычно не красят. Обычно красят вот только вот сбоку, спереди и с другого боку. Вот. А фасад, который идет во двор, его обычно не красят. Но как-нибудь, может быть, даже сегодня мы с Алиской зайдем в какой-нибудь такой дворик и посмотрим. Просто правда интересно, насколько это... большая красная машина куда-то поехала. Насколько... был искоренен этот идиотизм не красить во дворах. Я уже нахожусь у нас дома, уже разгреб всякий хлам. Короче, сейчас пылесосю или пылесошу. Кто как говорит, чуваки, признавайтесь. Вот, короче, у меня 29 минут 35-34 секунд до выезда, потому что через полчаса мне нужно уже выходить, ехать за Алиской. Она в центре где-то будет, в центре города. Мне нужно будет ее там забрать, и мы прокатим еще по делам. Вот, но это вы увидите дальше. А сейчас мне нужно быстро все это пропылесосить и полы помыть, потому что я не хочу потом в последний день или во время заезда все это делать. Хочется приехать уже, там, завалиться спать, если что, там, или сесть уже там за комп, там, готовить, но всяко не убираться. Поэтому я сейчас хочу сделать максимальный порядок, разогреть, так сказать, комнату, потому что 17 градусов было, 17,4, когда я только зашел сюда, и сейчас 17,9 уже. Температура растет, прогресс налицо. Поехали! Фух, ну все, порядок навел, пропылесосил, полы помыл. Пора ехать за Алиской. Чистота, чистота это. Чисто! Кстати, коврик увезли, но привезем обратно. И еще момент. 14.50 время, градусы 18.3. 18.3. Температура растет, я просто нагреваю атмосферу. Ну все, друзья, вот он, флагман. И там же где-то сейчас Алиска должна уже быть около дороги. Ждет меня, сейчас быстренько я подъеду. Практически даже не паркуясь, тормозну, если получится все это дело. Так, 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 так. Я тебе место держу. Во, ништяк. Парканулись. Сейчас. Ждем Алиску. А вон Алиска, она с другого входа идет, а я ее здесь жду. Хе-хе. Привет! Ты все, дела свои сделала? Нет, на Жукова сейчас поедем. Короче, друзья, сейчас мы едем по Алискиным делам.
Покатаемся немножко, да так покатаемся, что дай бог мы уже освободимся пораньше. Да, пораньше и вместе поедем к стоматологу. У меня сегодня в 5 часов прием. Буду зубик лечить, еще один. Не лечить, точнее, он не болит, ничего с ним такого нет. Просто нужно, это, короче, в прошлый раз, когда его лечили, немножко криво сделали так, что мне постоянно на десну как бы давление. Вот, и нужно, короче, его там немножко нарастить, грубо говоря. Чего ты? Закрыть десну. Ну, вон чувак его поворачивает, я его пропускаю, пусть поворачивает. Давай уже шустрее такой. Только он, походу, в бензобак написал. У него машина не едет. Друзья, вот и я появился в этом замечательном лифте, в котором Алиска частенько снимала для вас влоги. Мы летим на 10 этаж. Алиска, да, Алиска на работу, а я в ресторанчик перекусить. Ну там просто ланч. Вот, в это время Алиска сейчас делает свои дела, и потом мы опять поедем по другим делам. Снова туда же, откуда я Алиску забрал, я так понял. Да. Ух. Ух. Вот так вот, друзья, я сейчас нахожусь в том самом ресторане на 12 этаже. Можете видеть этот замечательный вид просто на весь Омск. Куда ни посмотришь, везде Омск. Омск везде, он повсюду, он с нами. Там машину, кстати, видно, а нет, не видно. Я думал, видно. Не знаю, GoPro, конечно, отдаляю. Сейчас попробую еще сделать пару фоток или даже видео на телефон. Короче, я съел целую тарелку борща, огромную тарелку. Мы дома так едим. Стоик, ну вот. Вот такенный. И салат. И за все 190 рублей. Ни о чем. Так что, друзья, на ланч 12 этаж каскада. Ну и в целом здесь прикольно достаточно. Красиво, так сказать. Это уже видно цирк в обратную сторону. Так, надо еще с лифтами разобраться. А, ну, наверное, вот на вот этом. Сразу до первого этажа. Хе-хе. Вот это я объелся. Серьезно, я не ожидал. Я не ожидал, что так объемся на 190 рублей. Порция громадная. Я еще так заказал, думаю, всего по чуть-чуть. Все равно же порции маленькие будут, ага. Порции просто, блин, дико здоровые. Что такое? Не работает? Работает. На этом, что ли, надо ехать? Фиг разберешься еще здесь. И видок здесь классный. Алиска вам уже рассказывала не раз, но я еще раз расскажу. Здесь два лифта. Один ходит только первый, десятый, 12 этаж. Это специально для начальника всего вот этого вообще дворца. А второй лифт, он по всем этажам, вплоть до 12-го. Вообще крутяк. Сейчас долечу до первого этажа быстренько. 10. Где 9? Где 9? А, ну да, правильно, он сразу первый покажет. Он не показывает даже цифры, которые мимо пролетают. Все, друзья, сделали все Алискины дела, покатались. Сейчас едем в стоматологию. Вот. И будем уже лечить мой зубец. Ну а что будет дальше, это вообще, я даже боюсь об этом говорить. Потому что я не знаю, что будет дальше. Ну все, друзья, теперь наконец-то у меня зубки-то целенькие. Ну, в смысле, там, короче, нет больше проблемы с десной. Вот, но на грани, прям, говорит, до пульпита, вот прям вот волосочек. Да? Еще чуть-чуть, да, говорит, все, допульпировали бы зубик. Хотя рядом с ним уже допульпированный. Вот, записался на следующий понедельник. На понедельник будем верхний. Зеленый. Я вижу. Будем верхний зуб лечить. Вот. Капец, стоматология, лечение зубов, это вообще это. Но, блин, лучше это очень дорогая штука. Потому что. Но лучше. Да. Потому что надо вовремя все делать. Лучше, ребята, чистите зубы два раза в день. Чистите ниточкой. Вечером ниточкой чистите зубы. Ходите к стоматологу два раза в год. У каждого предрасположенность еще. Это да. У кого-то нормальные зубы сами по себе. Да. А у кого-то только чуть-чуть и сразу карие. Да, я с тобой соглашусь вообще. Зубёхи, блин, лечить вообще ад. Все детство мне всегда, у меня же тетя стоматолог, профессор, все дела. Все детство. Какие хорошие зубы, какие у тебя хорошие зубы. И потом в один момент я прихожу к стоматологу, 7 кариесов, 7 зубов мы практически за раз сделали. Ну, у меня тоже такое было.
8, по-моему, тоже что-то там сверху дофига. Короче, вообще, блин, зубы — это такая штука, нельзя запускать. Ребята, прям искренне вам вот желаю, не запускайте зубы. Все, конец связи. Перезвоним попозже. Алиска пошла в магазин покупать бананы, кефир. Вот, и, возможно, морковку, если есть, будем сок делать. Если есть морковка, если не будет морковки, то, значит, обламывается сачок. Вот, в это время, короче, я сидел сейчас пока в ВКонтакте с телефона. И пошло уже обсуждение того, что, каким музыкантам, какие инструменты нужны для того самого прослушивания саундчека в Хэрротс Пабе. Помните, я рассказывал вам о том, что будет проходить саундчек и будут лучшие команды выбирать для дальнейшего сотрудничества. Так вот, мы что-то, такое ощущение, что все-таки пролетаем. Мы один раз порепетировали, мы плохо готовы. И я посмотрел, какие группы там и какой репертуар у групп. В основном группы, кавер-группы, они исполняют всякие драйвовые чужие песни. И что-то мы со своим унынием там, мне кажется, вообще нифига не прокатим. Да и с другой стороны, оно и понятно. Это же все-таки группа как бы кабачная должна быть, ну, грубо говоря, для паба. Люди приходят, пьют пиво, хавают что-то, смотрят там на клипы. Там по телеке висят обычно всякие клипцы. И тут выходит группа, и в том же духе, как бы продолжая их день веселый, начинают драйвом заражать. Но мы, мне кажется, совсем не такие. Ну, реально, мы драйвом вряд ли сможем заразить. Но есть какие-то песни такие драйвовые, но, блин, мы их 500 лет не играли. Сегодня, короче, буду с пацанами списываться и как-то думать по поводу этого стопудового. И Паша, и Тёма разозлятся, скажут: да, да, надо участвовать, чё ты, да. А у меня прям предчувствие, что не надо. Да вообще ничего нет. Алиска пришла. Чё там нет? Шляпки, блин, магазин. А чё это такое? Мне посоветовали это, от прыщей. От прыщей такая, да, штука? Стомицин какой. Я стомицин читаю, синтомицин. Прикольно. Ясно. Короче, морковки нету, да? Нет, там она какая-то вообще зачуханская. Ладно, погнали домой. Кошка, не знаю вообще для чего это делает, но она, короче, вырывает постоянно землю из этого цветка. Уже второй раз. Недавно убрали, она опять, короче, взяла и вырыла. А вот этого гномика нам нужно покрасить акриловыми красками. Да, пошли за сегодня. Пошли реставрировать. Набор акриловых красочек, кисточек, но их не хватит на этого гномика. Ну, по-любому не хватит. Увидите. Увидите, каким он будет после реставрации уже в завтрашнем влоге. Наконец-то супер-мега вкусный ужин. Алиска вчера приготовила макароны и вот это фарш из. Фарш из говядины. Из говядины. Фарш из говядины по отдельности, да? Ты приготовилась по отдельности, а сегодня, в общем, это короче запеканка получается, да? Расскажи, как ты делал. Фарш отдельно. Макароны просто тупо сварить. А фарш я добавляла тимьян. Или что? Короче, какую-то траву. Специи, короче. Какие-то специи, тимьян. Нет, блин, не тимьян. Подожди, мне теперь интересно. Что там за трава такая? Котейка. Базилик, понятно. А, розмарин. Розмарин. Розмарин, базилик. Чуть-чуть совсем перца, но он не чувствуется, нам нельзя, правда. Вот. Укроп, ну, блин, лучше, когда петрушка, ну, в смысле, свежая. Ну и все, и соус кисло-сладкий с ананасом. И все, что потом? А сверху уже сыр и яйцо с молоком. Время десерта! Пока я ковырялся там с компом, Алиска замастерила здесь целую стопку этих панкейков. Блинчиков. Больших блинов. Вот. Что проще делать? Это мороженое, это варенье, это чай. А там сейчас будет From Dusk Till Dawn. От заката до рассвета, 4-я серия. И поехали. Lost Film, уважаю их. Молодцы. Прям столько всего делают. Обалдеть можно. Как у них там поток такой. У них там, наверное, вообще огромная команда, которая... Некоторые занимаются только переводами, некоторые только озвучкой. Ну да, то есть, когда слушаешь, вот перевел, то вот тот. Да, озвучил другой. Ну, вообще, клево.
хотел бы там работать. Ну что позвучу, она там творит? Досмотрели мы «От заката до рассвета» 4-ю серию, классненькая серия, там интересно раскрываются уже персонажи, роли и так далее. Короче, сегодня хотели отснять кое-что для детского канала, но немножко свет подводит. Время не почитали. Да, время не почитали, и вот тень вот такая вот жесткая, не очень хорошо здесь от света, поэтому будем снимать уже у себя дома с поставленным светом. Вот она на тень прыгает, смотрите. Дурная кошка, какая же она странная, а? Сейчас я кое-кого познакомлю, ее с кое с кем. Привет, кошак! Чё тут ходишь за тенью? Совсем дундук, что ли? Кошак, ты что? Ты не тяни на меня лапы, а то протянешь ноги, жопошница. Боксируешь, смотрю, немного. Ну, а на сегодня все. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, оставайтесь с нами, увидимся завтра. Покеда! Покеда, пацаны и девчонки! У-ху! Hi, my name is Michael. I watch the fight club and many different